гореть не будем, кто тогда рассеет тьму? Школа номер 13, которая находится в поселке Кирпично, давно пропагандирует среди учеников идеи любви к родине, уважения к старшим, ветеранам и их подвигам. Несколько лет назад под свое шефство они взяли ДЗОТ. Мемориал – памятник воинам-артиллеристам, защищавшим Армавир в годы Великой Отечественной войны. На территории микрорайона школы есть памятник ДЗОТ, за которым ухаживают все ученики школы. И мы планируем в сентябре месяце акцию провести «Деревья памяти». Мы всегда привлекаем всех жителей микрорайона, бабушек, дедушек, родителей, учеников. И планируем высадить сад Победы. В новом учебном году приоритетным направлением в работе кубанских педагогов стало патриотическое воспитание. Специалисты школ Армавира решили поделиться опытом в данном направлении. И 8 сентября педагоги провели практический семинар. Недаром в самом начале учебного года стартовой площадкой мы выбрали 13-ю школу с проведением мероприятия, великолепного мероприятия, которое сегодня состоялось. Это семинар для заместителей директоров по воспитательной работе, по патриотическому воспитанию. Патриотическое воспитание в становлении личности школьника. Школа 13 очень богата своими патриотическими традициями, шефством над ветеранами, проведением различных военно-патриотических, духовно-патриотических акций. И школа является примером для всех других школ в этом направлении. У 13-й школы есть чему поучиться. Педагоги регулярно проводят различные мероприятия. Это тематические дни с соответствующим оформлением кабинетов и стендов, общешкольные классные часы, работа агитбригад и благотворительные ярмарки. При этом специалисты утверждают, что патриотизм не нужно навязывать. Каждый школьник должен чувствовать сопричастность с общим делом, помогать попавшим в беду и изучать историю своего города и края. Тогда любовь к родине будет прививаться изнутри. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации телеканала РНТВ, Армавир.